А в Актобе в честь Дня единства народа Казахстана устроили домбра-пати. Причем участниками этого музыкального флешмоба стали дети. Они приехали со всех районов области. В итоге действо получилось грандиозным. 6000 юных музыкантов одновременно исполнили бессмертные кюи выдающихся казахских композиторов. На память об этом событии аким области подарил домбру учащимся. Кроме того, в целях поддержки талантливой молодежи еще нескольким ребятам вручены сертификаты на запись песен в музыкальной студии.